И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в Circle Empires. И в прошлой серии мы, ребята, остались на том, что мы уже создали какую-то свою первую армию, подчинили себе парочку королевств, и парочку врагов мы разгромили. Но это только самое начало, мы захватили лишь малую еще часть, но думаю, сегодня мы продвинемся дальше, посмотрим, что же в итоге мы откроем для себя нового, или каких же новых врагов встретим. Ну да ладно, продолжим захватывать вражеские базы, королевства и тому подобное. А пока что надо просто отбиться от врагов и продолжить где-то захватывать какие-то ресурсы. И где-то создать еще парочку неплохих таких ребят, армии или что-нибудь в этом роде. Почему все остальные стоят у меня здесь? Вы что, громить не собираетесь врагов или что? Давайте, ребята, стреляйте. Нам надо захватить еще одно царство, королевство. Нам нужно больше земель. Больше золота. Да. Так, ну все, здесь победили. Хеллоу, говорят. Кстати, по воде пипец, как медленно двигаются наши люди. Лучше их там не держать. Так, я слышу где-то какую-то перестрелку или войну. А, на меня здесь нападают. Фак. Так, срочно. Огромную армию создаем. Резко, так, метко. И деньги кончились. Замечательно. Надо дальше гвардов делать. Гварды, 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 гварды. И арчеры, и еще что-нибудь. Ну все, ресурсы кончились, так что я надеюсь, что этой армией мы все-таки справимся с этой напастью, хотя шансы довольно небольшие на самом деле, если посмотреть, так как количество врагов довольно-таки огромное. Против нас все-таки 800 сил. Хотя нет, мы, смотрите-ка, справляемся потихоньку. Мы даже добьем, наверное, здесь королевство. И надо поднакопить еще бы валюты побольше, все-таки не хватает нам. То, что там, то, чего там есть. И надо бы рабочих побольше сделать, так как у нас много чего не добывается. Много золота не добываем, много еды где не добываем, много где леса не добываем. В общем, надо побольше солдат сделать. Просто в нашей территории вторгаются другие засранцы, которые мешаются нам, и в итоге ничего у нас не получается. Из-за этого, кстати, здесь уже началась война. В итоге здесь тоже начинается полное месиво. Так, но здесь мы в итоге начинаем проигрывать, я смотрю, потому что они создают себе юнитов, а мы этого не делаем. Нужно срочно им разбить стену, либо же потихоньку тащить свою армию на их земли. Так, ну мы сломаем здесь заодно им бараки, сразу конюшни, чтобы они не выпендривались. И захватываем еще и варваров, территорию варваров. И дом к чертям им тоже сносим. И мы не можем этот домик сносить. Ну ладно, тогда просто фигачим. Здесь-то у меня уже все солдаты прокачаны, поэтому мы умеем здесь жопы надирать вот этим отрядом. Это наш самый главный, самое наше основное войско боевое. Так, и кто здесь? Я, блин, этих лошадок не вижу. Ё-моё. Так, давай. Все, всех убили? Или еще кто там? Кто там еще есть? Кто-то выпендривает. Все, здесь тоже все готовы. А здесь что у нас с королевством? Я потерял всю свою армию, получается. 2800? Где у... А, у вас там какие-то новые варвары появились. Знаете, я тогда вот так сделаю. Блин, это довольно не круто, если идти так. Придется здесь территорию захватить, чтобы двигаться нам нормально. Так, пока что рабочих тогда давайте создадим. Надо, чтобы все-таки ресурсики начали добываться. Здесь ничего не охраняется, поэтому здесь не круто. Здесь оки, поэтому сюда делаем солдат еще. Сюда еще делаем парочку рабочих, точнее. Так, и начинаем уничтожать тогда. Так, эти ребята дальше идут захватывать. Они оборзели на самом деле. Ну, сейчас мы им покажем, как с нами драться. Как с нами, блин, дерутся. Мы сейчас им покажем. Сейчас мы потихонечку доберемся до них. И объявим им настоящую мужицкую войну, а то они там дерутся на территориях, на которых меня там нету, и такие чувствуют себя мега-супер крутыми героями. И сейчас мы их приземлим немножко. Нефиг так выпендриваться. Не видели они еще всю нашу мощь богатырскую. Так, ну что, этих допинывают пусть, и мы потихоньку. Вот самое страшное это здесь, стоит босс, и тут 7000 силы. И я просто офигеваю, как это пробивать. Но надеюсь, что у нас со временем это получится. Че, кого не бьют, где враги? Кого вы мочите, я не понимаю. Все захватили? Да, все захватили. Идем сюда, территорию забираем. Здесь что-то бандиты новую базу отбацали уже. Это хреновенько на самом деле, но мы сейчас их тоже разнесем. Пусть они воюют, у меня уничтожают. Ломаем им к черту стену и захватываем. Захватываем их не конюшни и не конюшни. Их женщин забираем. Такс. Сюда рабочих, все, добывает ресурсы. Почему мой отряд крутых лучников стоит и страдает фигней? Где вся моя мощь? Что вы делаете? Так, ну-ка разгромили им дом. Нефиг мне тут спавниться. Обалдели совсем. Спавниться они мне тут решили. Так, у нас уже появился хиллер. И хиллер это очень крутой чувак на самом деле. Если мы себе его сможем сейчас позволить, будет очень круто.
Так, ну что, еще одна территория у нас. Замечательно, делаем себе хиллера. Пусть он лечит всех наших ребят. А хорс арчера я пока не буду делать. Нас пока интересует... Че, монстры опять вторглись? Да и твою ж налево, чего вам надо-то, а? Мне там наверху надо разобраться. Здесь, понимаете, хаос. И там еще внизу. Блин, да с вами не соскучишься, ребята. Тысяча силы у них. Надо бы их приземлить немного. Желательно приземлить бы их. Так. Здесь рыбку добывают. Здесь это, здесь это. А здесь территория не охраняется. Здесь вообще ничего нету. Здесь грибы. Эти опять идут в атаку. Ладно, я на самом деле взбешен. Я пылаю, поэтому разношу вот эту базу. И мы идем уничтожать красных. Так, только скорее надо им бараки все разломать, а то они сейчас начнут наплодять своих солдат. Черт, они с двух сторон решили напасть. Вот вообще варвары-то, а. Совсем страха не чувствуют, не знают. Так, ну что, ладно, давайте сделаем кучу лучников, почему бы и нет. Пусть они пытаются что-то придумать, ну, нифига у них не выйдет. Главное только вот эту фигню сломать сейчас. Все, остатки добивайте. Я думаю, вы справитесь. Вы у меня молодцы. Шикарно. Здесь какой-то око Саурона стоит недоделанное. Так, блин, вот это страшно. Вот этих нападать, ребят, страшно. Вот этих я хочу уничтожить, на самом деле. Вот пипец, как хочу уничтожить. Вот прям горит, как хочу их уничтожить. Они меня просто бесят. Они приходят и начинают мне устраивать неприятности. Сейчас мы устроим им неприятности. У нас сила 4700. Я думаю, это неплохо, но надо бы еще солдат нам. Давайте лучников этих добавим, давайте акстроверов еще добавим. У нас их очень много ресурсов, поэтому мы их себе неплохо сможем позволить. И просто гвардов, вот наша титаническая армия, 5300 урона. Я думаю, сейчас кому-то будет очень несладко. Ну что, на, что вы прокачанные сами, самые что ли? Да хрена с два вы прокачанные, вы по сравнению со мной совсем детишки. Сейчас развалю вас всех. Текс. Здесь все продолжает добываться. Да, потихоньку ресурсы, конечно, уходят. Но ничего, в то же время мы и разваливаем этих всех остальных. Мне просто золото очень надо, на самом деле. Поэтому я именно сюда и ломлюсь. Провизию, правда, надо бы еще добывать. Это фермы надо построить. Так, ну что, и вот это мы будем громить сейчас. Я просто сейчас всех красных изничтожу. Они меня раздражают. Сейчас на бандитов еще нападем. У них золота очень много, поэтому нападать на территорию королевства самое крутое. Тем более, что они считаются типа самыми главными, потому что у них есть босс. Вон он здесь стоит. Значит, самые мои главные враги это все-таки красные. Их надо уничтожать и изничтожать как можно быстрее. Не давать им ничего предпринять. Текс. Че, кто там? Да ты че? Кто? Блин, куда вы там прячетесь все время? Так, здесь бандитов идем добивать тогда. Самое забавное, когда мои лучники начинают стрелять в таким вот образом, это реально выглядит очень странно. Типа они... Или я просто ломаю стену вот эту. Нет, они просто реально стреляют в никуда. Так, окей, давайте подходим. И вот так вот. Вот все. Теперь все снаряды должны до всех долететь. Может еще хиллера? Давайте еще хиллера купим. Хиллер классный, хиллер мне нравится. Хиллер это всегда круто. Так, здесь тоже все почистили, всю территорию. Из нас следующих бандитов. Монстрами не хочу драться, они вроде как не особо трогают. У них флаг серенький. Ну, конечно, вроде они нападают, но они какие-то особо, в основном пассивные на самом деле. Если посмотреть. Еще забавно, что все снаряды пролетают сквозь стену. Если присмотреться, то лучники еще и читеры в этой игре. Достаточно неплохие такие. Ну что, подчиняемся. Починили себе очень много земель, можно купить себе... Еще рабочих, чтобы добывать золото, так как у нас самая большая нехватка это в золоте. А золото оно только вот в таких вот местах получается. Так, что-то по рабочему у меня еще здесь. Как, вот здесь золото мало добывают, неэффективно. Мало людей. В самом верху самая, получается, тяжелая территория получается тогда. Так, на монстров с 2000 я, наверное, не буду нападать. Пойду нападу вот на вот этих монстров, которые что-то тут решили мне попытаться что-то сделать неприятное. Так, 4000 золота стоит маг, которого Splash Damage рейнджевый. Но я бы очень хотел, конечно, купить себе дракона. Но дракон стоит 6000 дерева, 6000 еды. Жесть. Но наверняка он очень мощный. Правда, я еще не могу... Я все равно его не заанлочил пока. Ух ты, смотрите, здесь сейчас начнется война, я даже посмотрю, постою. Я посмотрю, как вы деретесь, да-да, красиво, прикольно, все дела.
Знаете, я выбрал режим захвата, типа, что я должен... Точнее, не захвата, а убить босса. Но я, наверное, буду играть по той теме, что... Так, сейчас. Я, наверное, босса не убью. Я убью его последним. Чтоб, типа, все-таки захватить все основные территории, а потом уже уничтожить самого босса. Мне кажется, то... Ну, это как-то будет чувствоваться не как доминирование. Я просто накопил большую армию и влетел в него. Мне кажется, что это не так круто, как было бы, если бы я... Так, сейчас нападем на этих. Блин, а чего у монстров-то ломать? Монстров надо просто ломать или как? Так, ну надо от этих избавиться все-таки. Они тут, мне кажется, самые неприятные. Это надо ломать, я думаю. Это, мне кажется, их не спавнеры почему-то. Ну, они выглядят злобно. Просто поэтому я думаю, что это их не спавнеры. Так, у нас ребята разбираются. Сколько у нас? 4000 еды, 6000 дерева. Ну, кстати, скоро времени мы накопим много еды. Золото и дерево, чтобы купить себе дракона. Очень хочу купить себе дракона. Мне кажется, что дракон это будет прям бомба. Насколько круто иметь своего дракона. Всегда хотел иметь своего дракона. Эта игра мне позволяет это сделать. Здесь еще какой-то маг льда. Но мне кажется, что он не очень прикольный. Я хочу дракона. Хочу дракона, мама! Я хочу дракона! Мама, купи мне дракона. Черт, меня тут все отравили. У меня все солдаты зеленые. Так, давайте еще хиллера, наверное, возьмем. Все-таки не хочется, чтобы у меня солдаты поотъезжали от каких-нибудь ядов. Это реально будет не круто. Текс. Ну что, пошли захватывать дальше. Блин, мне так нравится, когда мы прям так залпом таких стрел. В них все летит, и они все офигевают. Все в страхе. О, так. Мне уже хватает на дракона! Воу, круто! Первый дракон. Посмотрим, насколько он крутой. Я думаю, что дракон должен быть просто обалденным. Ну, он стоит дороже всех ведь получается. И написано, что будут враги гореть. Мне это интересно. Так, и чем он... О, смотрите, реально враги начинают гореть. Я надеюсь, что мои люди не горят. То есть еще и мои люди сгорят, это будет реально что-то странно. Мой дракон будет мне же предателем. Ой, я здесь варваров не захватил, черт. Надо с варварами разобраться, чтобы они тут мне не буянили. Ой, тут маг льда, смотрите. Черт, он реально замораживает моих людей. Поэтому мы от него избавляемся быстро, точно, метко, спокойно. Без... Так, сколько у нас? 7800 сил, мы, по идее, можем уже пойти разбомбить короля. Но мы этого не будем делать. Мы пойдем уничтожим варваров. Я хочу убить босса варваров. Так, давайте скопим здесь пачку пока. Дракон, кстати, очень быстро бегает, это тоже очень круто. Так, еда копится. Давайте рабочих сделаем тогда еще. Все, сколько смогли, столько сделали. Ну, получается, враги от дракона все горят, и мы их потихоньку таким образом истребляем. Даже не сражаясь особо с ними, они просто сгорают. Так, ладно, убивайте сами их, я не могу кликать по всем, это неудобно, я частенько кликаю не туда, куда надо. Так, ну что, смотрите, сколько мы уже территории себе взяли, большую часть карты. Это достаточно круто, мне кажется, даже очень. Но продолжим мы захват уже врагов в следующей серии. Надеюсь, вам данная серия понравилась. Если понравилась, ставьте, конечно же, лайки. Больше лайков, больше серий по Circle Empires. Так как пока вам нравится, я, конечно же, продолжаю снимать. Поэтому и говорю вам ставить пальчики вверх, если вдруг кто забыл, почему я их прошу. На этом все. Всем удачи, всем хорошего настроения. Не скучайте, не болейте. Увидимся в следующий раз.